могу сказать, что какое-то определенное событие поменяло мои взгляды на жизнь. Вера появляется в то, что мы можем, и от каждого из нас зависит там изменение в нашей стране, о том, что наша страна действительно может быть не на затворках там мировой экономики. Вот в это все я верю и вижу изменения, там, происходящие с 2000 года. И это все позволяет мне просто-напросто следовать словам, которые сказал в свое время Майкл Джексон. Если хочешь изменить мир, начни с человека в зеркале. Если ты делаешь хорошо вещи в своей профессии, если твоему примеру будут следовать остальные, то изменения будут гораздо, гораздо эффективнее, лучше. Вот и все. Я очень сильно стараюсь в своей профессии приносить пользу, и если у всех у нас будут получаться хорошие вещи, то жить, естественно, мы станем лучше.